С выставкой ученого Машхур Жусупа Купеева, признанного в стране своей духовной просвещенностью, смогут ознакомиться и семичане. В Государственном музее-заповеднике Абая Жидибай Бюрле открылась выставка «Ултых Сана Кайнары», посвященная 165-летию ученого, мыслителя, поэта Машхур Жусупа Купеева. В культурном мероприятии приняли участие студенты нашего города и коллектив музея Абая. Мероприятие организовано Управлением культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, Мемориальным музеем Машхур Жусупа Купеева, Павлодарским областным домом-музеем Шафера, Музеем литературы и искусства имени Бухаржирау и Музеем Абая. На выставке были представлены карманные часы, талисманы поэта из фондов музея, подлинники книг и рукописи, изданных в 1907 году. Всего прибыло около 50 экспонатов. Мы не придаем особого значения святости Машхур Жусупа, признав его ученым мужем. Поэтому цель сегодняшней выставки – показать святость и другие аспекты Машхур Жусупа. Мы привозим сюда его ценные вещи, которые он хранил, рукописи, которыми он пользовался. Кроме того, из фондов Павлодарского областного дома-музея Шафера были представлены кюи и оперные арии таких композиторов, как Абай Кунанбайлы, Латиф Хамиди, Бакытжан Байкадамов, Нургисат Элендиев, Шамши Калдаяков и песни в исполнении Куляш Байсейтовой, Бибигуль Толегеновой, Розы Жамановой, Зине Покойшибаевой. Это большая и хорошая связь. Сами гости говорят, что все выдающиеся личности из Прииртышья, Баян Аула, учились в Семее. Среди них Шакен Айманов, Абикей Сатпаев и другие. Все это отражает единство культуры казахского народа. Пропаганда наследия выставки самого историка, этнографа Машхур Жусупа, пропаганда в области, в городах, в масштабах нашей республики – актуальный вопрос. Наследие Абая и Машхур Жусупа несет неизмеримый вклад в служение нации, в служение народу, нашей великой степи, великой нации. Среди гостей были много студентов. Каждый получил важное для их творческого и духовного развития знания. Сегодняшняя выставка проходит хорошо. Я впервые посетила выставку, впервые в этом музее. Сама не из Семей, а из города Кызылорда. Музей Абая замечательный. Сегодняшняя церемония открытия выставки наполнена интересными подробностями. По словам организаторов, цель выставки – познакомить подрастающее поколение с жизнью заслуженных людей нашей страны. Выставку «Национальный источник сознания» смогут посетить горожане и гости города в течение этой недели. Талшын Шакыртхан, Аслан Ертисбаев, Нурлан Уразалин, телеканал «Семей».